Countries, different races, to fellowship together, to praise God and to worship God in one accord. Hallelujah. So I want all of us to just rise on our feet as we begin to thank God. Worship God, bless Him, thank Him for all that He's done for you. Bless Him for your family, bless Him for your life, bless Him for everything that you have. Because the Bible says, I'm glad when they said unto me, let's go into the house of the Lord. Father, we give you glory, honor, and praise. We thank you for this special day. Your word says, wherever two or three are gathered in your name, you are already in their midst. Mighty God, we pray today that you descend. We welcome you to come and take control. That our coming here today will give you all praise, honor, and glory. We pray that you begin with us, you continue, and you end with us successfully. In Jesus' mighty name, we pray, Lord. Amen. Let's give the Lord a mighty praise. Hallelujah.
Fire.
Oh, nos vidas se ven.
Отец наш, за этот день, за Твою милость и благодать. Спасибо, что мы по Твоей благодати стали Твоими детьми. Через веру в Христа мы Твои дети. Ты дал нам эту привилегию приходить в Твое присутствие и поклоняться Тебе. Мы поклоняемся. Мы поклоняемся. Мы любим. Превозносим Тебя, великий Бог. Дальше в этом собрании, в этом празднике. Все, что мы делаем, мы будем делать здесь, это для Тебя. Это для славы Твоего имени, Иисус. Это для Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. We praise you. Мы славим Тебя, Господь. We praise you, Lord. Мы обращаем свои сердца к Тебе. We direct our hearts to you. И мы просим, наполни нас. And we ask you, fill us. И говори в нашу жизнь. And speak into our life. Говори в наше сердце. Speak into our hearts. Дай нам покаяние, чтобы мы могли смело каяться в своих грехах и оставлять их. И могли с чистым сердцем продолжать поклоняться Тебе и служить Тебе. Мы просим, Господь, веди нас. Мы знаем, что Ты здесь среди нас. We feel and know that You're here among us. Ты здесь, Господь. You are here, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Мы почитаем Тебя. Принадлежать Тебе. We'll belong to You forever. И всю эту короткую жизнь на земле. And all the short life on the earth. Мы будем чтить Тебя и славить и почитать. We'll exalt to praise You and worship You. Дорогой Господь. Dear Lord. Пусть Твое присутствие наполняет наше сердце и это собрание. Let Your presence fill our heart and this congregation. И пусть наша жизнь, and let our life, она изменится, be changed. Под силой Твоего слова, under the power of Your word, и под силой Твоей любви, and under the power of Your love, и силой Твоего присутствия, and through the power of Your presence. Наше сердце, our heart, наша жизнь, our life, изменится, will be changed, во имя Иисуса. In Jesus' name. Мы благодарим Тебя. We are grateful to You. Аллилуйя. И давайте вместе будем рукоплескать Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
что мы не можем еще похлопать Богу? Can we pause for a moment? Нашей хвалы. И прежде чем вы сядете, скажите тому, кто рядом, ты будешь принадлежать Богу и славить Его всю свою жизнь. И потом всю вечность. Аминь. И присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу. Большое спасибо. Прославление. Слава Господу. Здорово вместе с вами. Поклоняться Господу. Итак, добро пожаловать на это замечательное собрание. И я верю, что Господь, Он имеет для нас слово в этот день. Писание говорит, что Господь знает все наши дни. The scripture says that God knows all our days. Я не помню, где это написано в Библии. I don't remember where it is written in the Bible. Но вспомню прямо сейчас. But it came to my mind right now. Что Бог знает все наши дни. That God knows all our days. Они у него написаны еще от вечности. They are written from the eternity. И я верю, что когда мы слышим Божье слово. And I believe when we hear the word of God. И мы смиряемся под власть этого слова. И мы позволяем этому слову влиять на нас. И мы начинаем поступать по этому слову. Тогда Божья воля. Then the will of God. Тогда судьба, которая от Бога для нас. Then the destiny that comes for us from God. Она исполняется. It comes true. В притчах написано, судьба человека от Бога. That the fate of the person is from God. Аллилуйя. Hallelujah. Многие люди говорят так. Many people say. Это ты творишь свою судьбу. You do your destiny. Это ты ее созидаешь. You create your destiny. Но Писание говорит, But scripture says, что судьба человека от Бога. Person. Is from God. И когда человек живет с Богом, and when the man lives with the когда Lord, он следует за Иисусом, when he follows Jesus, когда он послушен Иисусу, when he is obedient to Jesus, тогда судьба, которая есть у Бога для человека, then the destiny that God has for the она осуществляется. It comes through. И становится реальностью. And becomes reality. И становится реальностью. And it becomes reality. Аминь. Аминь. И я, прежде чем начну проповедовать, Before I'm going preaching, я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы есть вообще. I want to be grateful to each of you that you exist. Писание говорит, что Бог, Он крестил нас в одно тело. Baptized us into one body, в одну церковь. Into one church, в тело Иисуса Христа. Into the body of Christ. Написано, иудеи или елены, Gentiles, рабы или свободные, украинцы или из Африки, или из Индии, from India, со Шри-Ланки, from Sri Lanka, с любой страны, мы все помещены в одно тело. All of us are put into one body. Мы составляем один народ. We make one nation. В другом месте написано, во Христе Иисусе that in the Christ Jesus, нет уже иудея и елена. No different people, different nations. Нет уже друг... То есть, во Христе so in Christ Бог Jesus, не подразделяет людей. Separate people, different мы все Его дети. All of us are His children. Мы все Его избраны. Один народ. We are one nation. Не два народа, не три. Но один народ. But there is one nation. Вы представляете, столько людей по всему миру, there are so many people all over, которые родились свыше, who are born again, которые стали новым творением во Христе Иисусе. Who became a new creation in Christ Jesus. Они составляют один народ. They make one nation.
Я мечтаю, когда однажды мы придем на небо. Так как я уже со многими из вас познакомился, я хотел бы, чтобы на небе было не украинское прославление. Может быть, по-украински мы бы говорили. Давайте согласимся, на небе мы будем прославлять как вы, а говорим по-русски. Я шучу. Я думаю, что там мы будем говорить всем на небесном языке. Возможно, на ином языке, на котором мы говорим, мы будем продолжать на нем говорить, только мы будем понимать его. Нам не нужно будет истолкователь, мы будем просто понимать его. Но пока мы здесь, на этой земле, у Бога есть судьба для нас. У Бога есть судьба для нас. God has destiny for us. У Бога есть судьба для нас. He has destiny for us. У Бога есть жизнь, есть путь He для has нас. Life and the way for us. И я верю всем сердцем, and I believe with all my heart, что если мы сможем that if we are able занять правильное положение перед Богом, to take the right position before God, Бог может взять любого из нас God can take anyone of us как свой сосуд as his vessel и использовать его and to use it и явить себя and to show himself через этого человека through this man его окружение to people who are around him где бы ты ни жил wherever you are wherever где бы ты ни учился wherever you study с кем бы ты ни жил в каком бы городе ты ни находился, какие бы друзья у тебя ни появились, какую бы работу ты ни получил, все в этой жизни должно прославить только одно имя. Все в этой жизни должно прославить имя Господа. Амин. И Бог, and Lord, я жажду это всем сердцем, I have entire desire for it with all чтобы my heart, я был таким человеком, for me to be such kind of man, чтобы ты был таким человеком, for you to be such man, которого Бог может взять whom God can take, и явить себя and show этому миру, to this world, явить себя людям, которые рядом с нами, who are close to us, Бог, который может взять God, who тебя, can take you, и говори через твои уста. And speak through your mouth. Иногда люди думают так, sometimes people think, чтобы Бог он мог говорить через тебя, but God be able to talk through you. Тебе нужно быть каким-то особенным, особенным you need человеком. To be a special one. Но я хочу сказать вам good news. But I want to tell you good news. В глазах Божьих in the eyes of the Lord, ты никогда, пока живешь на этой земле, никогда не станешь совершенным. You will never become perfect. Мы несовершенные люди. We are imperfect people. Но мы можем перед Богом занять такую позицию. But before God we can take a position. Мы можем быть в таком состоянии. We can be in the condition. На которого Бог посмотрит. When God look at us. И скажет, вау. And says, wow. Я возьму вот этого человека. I will take this man. Или я возьму вот этих людей. Or I will take these people. И я явлю себя and I will show myself через этого человека through this man людям вокруг. To people who are around of him. Аминь. Amen. Бог может это сделать. God can do it. Бог может это сделать. God can do it. А кто хочет, and who wants чтобы Бог God взял тебя? Take you. Это не обязательно стоять перед большой аудиторией людей. Before big audience of people. Там, вот где ты but there, in the place живешь, where you are, where you live, где ты работаешь, where you work, или в твоей семье, or in your family, Бог God может взять тебя, can take you, твой дух, твою душу, your spirit, твое тело, your soul, your body, и наполнить тебя, and fill you, говорить через тебя, speak through you, и явить себя and show himself через твою жизнь. Through your life. Кто хочет? Does anyone want it?
Я думаю, что это самое заветное желание христианина. Жизнь верующего. Это не найти теплое место под солнцем. Жизнь христианина. Это не просто удачно жениться. Родить шестеро детей. И как мечтает Энди только одни девочки. Чтобы они ходили за ним, ухаживали. Это не то, это может быть, Бог может и хочет сделать это для нас. Но не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни. The sense of the life. В том, что Иисус. Is that Jesus. Он спас нас. Saved us. Он пришел в нашу жизнь. He came into our life. Через какого-то другого человека. Through another one. Или через наших родителей. Or through our parents. Или через наших друзей. Or through our friends. И теперь. And now. Через нас. Through us. Он хочет прийти. He wants to come. И постучаться в сердца других людей. Into the hearts of different people. И когда ты встретился с каким-то человеком, and when you meet someone, и потом этот человек где-то пишет тебе, this man writes to you, послушай, когда я с тобой встретился, look here, when I met you, моя жизнь изменилась. My life was changed completely. Теперь Иисус и мой Господь. Now Jesus is my Lord also. Спасибо тебе, дорогой брат или сестра. Thank you, dear brother and sister. Я встретился с Иисусом. I met Jesus. И Он использовал тебя. And He used you. Аминь! Amen. Я думаю, see, это самая большая радость. Аллилуйя! Итак, so, первое место Писания. The first place, первое царство. First Samuel, 15 глава. 15. Первое царство. First Samuel, 15 глава. 15. Проповедь называется the title of the preaching, «Маленький в своих глазах». Small in your own eyes. Маленький в своих глазах. Small in your own eyes. Небольшой, а маленький. Not big, but small. В своих собственных глазах. In your own eyes. Эта история, 15 глава, она говорит о том, как Самуил, пророк, пришел к Саулу, царю на то время Израиля. When Samuel came to Saul, the king of Israel at that time, и он обличает его за непослушание Господу. And he said him some words about him. И вот 17 стих. And verse 17. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. And Samuel said, when you were little in thine own sight, what was it made the Lord hear that the tribes of Israel and the Lord anointed the king of Israel? Итак, so, по какой причине Бог помазал Саула? When God anointed Saul. Саул это был не единственный человек, который мог стать царем. Saul was not the only one who can become a king. Но Бог после трудных лет, трудных времен в Израиле, книга Судей. But after difficult times in Israel, Бог искал царя. God was looking for the king. Сам Израиль попросил царя. The Israel asked for the king. И Бог искал этого and человека, который может стать царем. Who can become a king. И он нашел Саула. And he found Saul. И вот в этом стихе написана причина, почему Бог поставил его царем. Why God put him a king. Причина, почему Бог дал ему Духа Святого. The reason why God gave him Holy Spirit. Причина, почему Бог помазал его. The reason why God anointed him. Причина, почему Бог взял его в свои руки. The reason why God took him into his hands. Вот причина, почему Бог использовал этого человека. This is the reason why God used this man. Потому что Саул, because Saul, был малым в своих глазах. In his sight. И когда он нашел его, and when he found him, он сказал, ты будешь царем Израиля. He said, you're gonna be the king of Israel. И так и произошло. And it had happened. Но потом проходили года, but after several years, проходило время, the time, и Саул, was going, and он Saul стал великим в своих глазах. Became great in his eyes, in his sight. Он стал
большим, he became big, значимым в своих глазах. Very valuable in his sight. И он начал делать много глупостей. And he began to do many ridiculous things. И к нему в очередной раз приходит Самуил. And Samuel came to him again. И говорит: Саул, ты не прав. And he said, Saul, you are not right. Бог отверг тебя. God denied you. Бог больше не с тобой. Now he is not with you anymore. Бог найдет себе другого человека, God другого царя. Another king to himself. Для своего народа. For his people. И он говорит в этом стихе причину. In this verse he said the reason. Саул. Саул, помнишь 40 лет назад, do you remember 40 years ago, когда Бог избрал тебя, when God had chosen you, ты был таким. You were the kind of man. Ой, ну наше колено в Израиле самое маленькое. Our tribe in Israel is the smallest. И наша семья в этом колене одна из самых маленьких. И ты весь такой был, ну и вообще все у нас маленькое. But everything is small. Но прошло время. But after some time, и ты уже не такой человек. And you became different. Теперь следующее. And the next point. Когда Саул, when Saul был маленьким в своих глазах, was little in his sight, он был великим в Божьих he глазах. Was great in the eyes of the Lord. Как только Саул стал when большим Saul в своих глазах, became big in his sight, он стал маленьким he became в Божьих small глазах. In the eyes of the Lord. Когда ты остаешься маленьким when you continue to stay в своих глазах, in your eyes, ты становишься большим you're becoming big, или пригодным в Божьих глазах. In the eyes of the Lord. Когда ты становишься большим в своих big, глазах, great in your sight, ты становишься маленьким small, в Божьих глазах. In the eyes of the Lord. Итак, какова же so, причина? What is the reason? Почему Бог взял Саула? Took Saul. Потому что он был малым because в своих глазах. Because he was little in his sight. Теперь. And now. У каждого из нас. Every one of us. Есть судьба от Бога. He has a destiny from God. У каждого из нас. Every one of us. Есть призыв. He has a calling. Следовать за Иисусом. To follow Christ. Никто из нас не знает, что будет через 5-10 лет. No one knows what's gonna be with us in никто не знает, что будет с нами через 15 лет. No one knows what's gonna be with us in future. Мы даже не знаем, где мы будем жить через 20 лет. We don't even know when we will live in 20 years. Кто знает, где он будет жить you через know, 20 where лет? Will you live in 20 years? Подними руку, who knows? Кто знает? Raise your hand. Вот я, например, yes, планирую me, состариться I'm planning здесь. To become old here. Если хоть кто хочет со мной состариться, if можете оставаться. To become old here, just stay with me. Но я не знаю, где я буду через 20 или 25 лет. Where I'm gonna be in 20 or может быть, я состарюсь в Африке. Maybe I'll become old in Africa. Может быть, я состарюсь в Индии. Maybe I'll become old in India. Правда? Может быть, maybe нет. It can be. Может, конечно, может быть. Может быть, я состарюсь. Maybe I'll become old. Только в Америке не хочу состариться. I don't want to become old only in America. Я не знаю, зачем все хотят в Америку. I don't know why all people want to go to America. У меня со стороны жены там живет много родственников. There are so many relatives who live. Чем больше я с ними разговариваю, тем меньше я хочу в Америку. The less I want to go to America. Хотя Америка замечательная страна. Anyway, America is a. Но лучше я состарюсь в Украине. But it's better for me to become old in Ukraine. Или в Африке. Ой, Африка. Или в Индии. Ой, Индия. Или в Китае. Ой, in China. Или во Вьетнаме. Ой, in Vietnam. Это же здорово. It's amazing. У нас одна жизнь. We have one life. Я сегодня разговаривал с Брайаном и с Дашей. I talked to Brian and Dasha. Помните Брайана с Дашей? Do you remember them? Я удивился. And I was amazed. Вот они уже какое-то время там, they are there for some time, и они не хотят там оставаться. But they don't want to stay there. Говорю, это здорово. And I said, it's amazing. Говорю, приезжайте назад. Come back. Мы вас ждем. We are waiting for you. И вы знаете, у них, кстати, вернуться снова сюда в Луганск, это один у них из вариантов. They have one of the variants to return back here to Ukraine, and it's great. Это не означает, что в Америке плохо. It's bad to live in America. Это означает, что здесь лучше. It means that here is better. У каждого из нас есть судьба от Иисуса. Has destiny from Jesus.
И я верю, что Божий голос сегодня к нам. And I believe that the voice of God is for us. Чтобы мы никогда не выросли в своих собственных глазах. Мы всегда были маленькими в своих глазах. Мы всегда были малышами. For us to be babies. Не такими, я сам знаю. Not just I know myself. И у меня тоже есть мудрость. I also wise. И мне ни с кем не нужно советоваться. And I shouldn't ask an advice. И я умею. I can do this. И я так распланировал And свою жизнь. I planned my life so я когда слушаю, как люди планируют свою жизнь. When I listen how people are planning their life, мне хочется лечь на пол I want to lie down on the ground и смеяться два часа. And laugh for 2 hours. Потому что они планируют Because свою жизнь their life. С точки зрения, они вообще view, Бога не имеют в виду. That they don't mean God. Они сами так будут, так, they очень так будет, потом так, wanting, потом вот так будет. Now we live in this way, then in that way. Я говорю, слушай, and I said, you know, я много раз видел и слышал, как люди делают вот так, I saw and heard how you're going to do. И уже через 3-5 лет and in 3 or 5 years, они эти бумажки they take this paper, теряют they или вообще палят где-то. They lose them, or they потому lose. Что все пошло не так. Because everything was not as they planned. Но есть верный путь. But there is a right way. Давайте вместе скажем верный Let's путь. Say right way. Есть точно верный путь. There is direct and right way. Как судьба от Бога может исполниться в твоей жизни. How the destiny from God can come true in your life. Как ты можешь безошибочно, How can you without any mistake, даже проходя какие-то трудности, even passing by some difficulties, через боль, слезы through и радость, pain, tears and joy, проходить и хорошие, трудные времена, overcome difficulties in your life, и быть точно уверенным, and to be sure, что воля Божья исполнится в твоей жизни. That the will of God will come true in your life. Это оставаться It means to stay маленьким. Little. Маленьким. Little. Little, little. Маленьким. Little. В своих собственных глазах. In your own sight. Саул. Саул. Он вначале был маленьким. In the very beginning he was little. А потом с годами. And then, after some years. Он рос. He grew. Он не только вот так рос. He didn't grow in his tummy. Он рос где-то But внутри. He grew somewhere inside. И Библия называет это гордостью. The pride. Он перестал приносить жертвы Господу. He stopped to bring the sacrifice to God. Он начал больше беспокоиться, что там люди о нем скажут, а не что Бог скажет. Much care about the words of the people. Он начал пренебрегать Словом Божьим. He started to ignore the words of God. Он начал пренебрегать служением. He started to ignore the ministry. Он начал все это... Не, он оставался как бы царем. Он оставался частью Божьего народа. The part of people of God. Он себя называл верующим. Все как бы было нормально. Everything was like it should be. Но когда дело доходило до послушания Господу, But when We were talking about obedience. Помните, когда Бог сказал? Do you remember when God said? Надо убить всех. You have to kill everyone and everything. А он не сделал and этого. He didn't do it. Он оставил. He left. Сокровища какие-то. Some treasures. Он оставил царя. He left the king. Помните Агага царя? The king of Agag. И потом Самуил сказал. And then Samuel said. А ну дайте мне меч. Now give me a sword. Приведите сюда мне этого царя. And bring this king to me. И он сказал точно так же, And he said the same, как твой меч as your sword. Лишал других матерей и детей. Точно if так же. And the, and ты будешь now, лишен you will be своей жизни. Of your life. А Саул не мог так сделать. And Saul couldn't do it. Вот что я тебе скажу. And I want to tell you. Когда ты становишься большим в своих глазах. Great in your own sight. Когда ты становишься, так сказать, мудрым. When you're becoming, as we can say, so wise. Ты становишься слабым. You're becoming weak. Когда ты становишься маленьким в своих глазах. When you become little in your own sight. Ты становишься сильным. You're becoming strong. Наша сила. Our strength. В слабости нашей. Is in our weakness. Наша сила. Our strength. Когда мы остаемся. When we continue to be. Маленькими. Little. В своих глазах. In our own sight.
И давайте проследим за служением апостола Павла. The service of Apostle Paul. 1 Коринфянам 15 глава. 1 Corinthians 15. Девятый стих. Verse 9. Апостол Павел пишет о себе. Apostle Paul wrote about himself. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. For I am the least of the apostles, and I am not meet to be called as an apostle, because I persecuted the church of God. Я наименьший из апостолов. I am the least of the apostles. Апостол Павел называет себя наименьшим из всех апостолов. Of all apostles. Следующее место, Ефесянам 3:8. Ephesians 3:8. Ефесянам 3:8. Ephesians 3:8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать это благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Unto me, who I am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. В Коринфянах Павел называет себя наименьшим из всех апостолов. The least of all apostles. Здесь он себя называет наименьшим из всех святых. The least of all saints. Следующее место. The next place. 1 Тимофея, 1 глава. 1 Timothy, the first chapter. 15 стих. Verse 15. 1 Тимофея. 1 Timothy. 1 глава, 15 стих. 15 verse. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. This is the faithful saying and verse of all exceptions that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. А здесь он себя называет первым грешником. The first sinner. Смотрите. So here is a picture. Вот где-то здесь Павел. Somewhere here there is Paul. Он начал свое служение. He started his ministry. И он в смирении говорит, я наименьший из всех апостолов. I'm the least of all apostles. Прошло несколько лет, after several years, и он о себе же говорит, and he continues speaking about himself. Я наименьший из всех святых. I'm the smallest, I'm the а уже в конце своей жизни, and at the end of his life, он говорит, я первый грешник, says, которого пришел спасти Иисус. Of sinners, for whom Jesus came. Что происходит? What does it mean? Служение Павла, the service of Paul, the ministry оно of Paul, здесь началось. Starts here. И оно с каждым годом, с каждым year, десятилетием, оно росло, росло, росло. It grew and grew. А он становился в своих собственных глазах меньше, less, меньше, less, меньше, less, и меньше. And less. И Бог давал благодать. And God gave it the grace. Больше, more, больше, more, и больше. And more. А он становился в своих глазах меньше. Меньше. Это не означает, что он ходил. That he was walking and became smaller. Нет, тут он был нормальным мужиком. Он был нормальным христианином. He was a normal Christian. Он был смелый. He was brave. Он был отважным человеком. He was a courageous one. Он был мужественным. He was strong. Он страдал за церковь. He suffered for the church. Он страдал за Евангелие, gospel, но в своих собственных глазах, sight, даже когда even, началась сотня церквей, began, тысячи людей через него пришли к Иисусу, он оставался маленьким в своих глазах. Little in his own sight. И Бог давал ему благодать. And God gave his grace to и Бог даст тебе благодать. Will give his grace to you. Бог даст тебе благодать. God will give you his grace. Возможно, ты не станешь апостолом. Maybe you will not become an apostle. Но ты будешь трудиться для Бога в какой-то другой сфере. In different sphere.
И если ты хочешь, if you want, чтобы Иисус, Jesus, Он взял тебя take you, и использовал, and use you, оставайся маленьким. Continue to be little. Не переставай сражаться Don't со своей гордостью. With your flesh. Оставайся маленьким в своих Continue глазах. To be little in your own sight. И ты будешь сильным. And you'll be strong. Любой человек, Anyone, ну вот, например, at least, взять политика, любого, to take any politician. Как он выглядит? What does he look like? Такой влиятельный, Very связи, has many connections. Знает, куда пойти, he knows where to go. Знает, кому позвонить, he knows whom to phone. Есть определенные, ну скажем, связи, которые помогают ему как-то держаться в этой жизни. He has people who help him to hold in this life. Но когда ты встречаешься с таким человеком один на один, But when you meet this man, eye by eye, и ты говоришь ему, послушай, and you say, но я думаю, I think, что тебе стоит отказаться от этого предложения. You need not to do this. И тут ты слышишь ответ. And now you hear the answer. Да не, ну вы понимаете. But you know, you should understand. Это жизнь, она не такая простая. It's not so easy. Понимаете, если я сейчас откажусь, if I don't do it right now, тогда может быть вот так или вот then так. It can be this way or that Поэтому way. Я как бы не могу отказаться. Why I cannot reject this Я говорю, послушай. Thing. Ну, а вот здесь. And here, in this ну, ты можешь просто отказаться от этого. Here you can deny this. Не, ну если от этого откажусь, у меня денег меньше будет. А если будет денег меньше, за какие деньги я буду эти билборды вешать? Where will I take money to put on these big boards? И что ты видишь? And what do you see? Ты встречаешься с человеком, you meet the man, который в действительности, who in reality, прошу заранее прощения всех политиков, sorry. Ты встречаешься you meet со слабым человеком. With a weak man. Саул, он был таким человеком. He was such man. Нет, чтобы покаяться. He could repent. О, ну, почти меня Самуил перед народом. Ну, вот то сделай. Если ты хочешь быть сильным If человеком, you want to be a strong one, оставайся малым в своих глазах. Continue to be small, little in your own sight. Помните Иосифа? Do you remember Joseph? Он был в чужой стране. He was in different country. Он всегда оставался малым в своих глазах. And he continued to be little in his own sight. Всегда. All the time. Всегда. All the time. Всегда. All the time. И Бог поднял его. And God raised him. Даниил. Daniel. Со своими тремя друзьями, Сидраком, Мисаком и Абеднего. Они оставались маленькими в своих глазах. И когда им сказали, вы будете кушать то, что все кушают, они сказали, нет, мы не будем все это есть. Мы будем есть то, что Бог разрешил нам есть. А то, что Бог не разрешил нам в своем слове кушать, мы не будем это кушать. Когда им через время сказали, вы будете поклоняться, вы будете жить так, как все живут. Они сказали, мы не будем жить так, как все живут. Мы будем жить так, как Бог говорит, как жить. И мы не поклонимся этому истукам. Аминь. И Бог сделал так, что даже львы забывали, что они львы. Эти ребята, они с этими львами, как с кошками. Они были сильными внутри. И мое пожелание, и я верю, что Слово Божье сегодня к нам, чтобы мы были сильными людьми. Мы были людьми, которые занимают такое положение в своем сердце перед Богом, на которых Бог смотрит and when God look at them, и говорит, and says, вау, вот, это те люди, here are people. Вот это тот человек, This one is a man, которого я возьму, whom I will take, и я сделаю его царем Израиля. And I will make him the king of Israel. Я возьму этого человека, I я дам ему свое помазание. My anointing. Я дам ему это и this, this and this. И он исполнит мою волю. Где бы ты ни жил, live, где бы ты ни работал, был, кто бы ни был вокруг тебя,
Бог может взять тебя God can take you и явить себя всем этим людям. Himself to all these people. Аллилуйя! 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 Бог хочет, чтобы мы были такими God людьми. Wants us to be such people. Вопрос. The question is, как оставаться маленьким в своих глазах? How continue to be little in your own sight? 1 Коринфянам, 1 глава. 1 Corinthians 1. Первое Коринфянам. First Corinthians. Первая глава. The first chapter. С 26 стиха. From verse 26. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить 27. Мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миру, уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, что было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Как оставаться маленьким в своих глазах? How continue to be little in your own sight? Все, о чем ты говоришь, everything you're talking about, все, что у тебя есть и everything будет, you have and you will have, это все Бог тебе дал. All this is given to you by God. Это все Божья благодать. All this is the grace of God. Это все Божья милость. All this is the mercy of God to us. Все, что у тебя есть сейчас, everything you have right now, это не ты приобрел. It's not received by you. Это Бог тебе дал. But this is what God gave. Твоя жизнь. Your life. Это Бог тебе дал. This is the thing that God gave to Послушайте you. Внимательно. Look here. Кто из вас родился на этой земле по своей собственной воле? On this earth by your own will. Поднимите руку. Raise your hand. Вот вы решили you и родились. To be born, and then you were born. Есть такие люди? Are there such people? Нет таких. No such people. Никто не родился по собственной воле. No one is born by his own will. У меня вопрос. I have a question to you. Если человек, if the man, он не может родиться по своей собственной воле, can't be born by his own will, как он может думать, например, что такая штука, вот такую штуку можно заработать? That he can earn such thing, such mobile phone. Это я заработал. I earned it. Это я учился. I studied. Это я все сделал. It's me who did all this. Это у меня было достаточно мудрости. И снова я. Me. Послушайте, look все, here. Что есть ты, everything и все, что are, есть у тебя, and everything you и have, все, что Бог тебе еще and даст, everything God will give you, это все. All this. Хвала Богу! Is glory to God. Это все от Него! All is from him. И искупление! The redemption. И освящение! The holiness. Знаешь, почему ты такой красивый? So beautiful? Поверись на лицо рядом и скажи, знаешь, почему ты такой Say красивый? Your Do you know why you're so beautiful? You're so handsome. Это Бог тебя сделал таким! God made you such. Аминь! Amen. Не, ну вы понимаете, нужно That просто you know? Правильными кремами пользоваться. You need to use right cream. Не нужно было на лошади ездить. You don't have to ride a horse. Нужно было правильную, знаете, пищу правильную кушать. You need to eat right food. Но это тоже правда. Of course it is truth. А кто пищу дал? And who gave you the food? Кто пищу? Это мне мама приготовила. This is my mother prepared. Хорошо, me. А маму кто okay. дал? Who gave the food to your mom? Бабушка, а бабушка кто дал? Дедушка, да? Если бы не было дедушки, не было бабушки. Ну, короче, слава Богу за Адама с Евой. Аминь. А кто дал Адама с Евой? Короче, в конечном итоге мы все возвращаемся к Богу. Return back to God. Все, что есть у нас, это Бог нам дал. This is given to us by God. И нам нечем хвалиться. And we cannot be boast of anything.
Нам трудно с этим иногда согласиться. Sometimes it's difficult for us to agree with it. Но нам нечем хвалиться. But there is nothing to boast. Нам нечем хвалиться. We have nothing to boast. Нам нечем хвалиться. We have nothing to boast. И когда все в своей жизни. And when in our life. Ты рассматриваешь как дар от Бога. You look at everything like gift from the Lord. Ты остаешься маленьким в своих глазах. You continue to be little in your own sight. И для тебя нет проблем даже что-то подарить there is no problem тому, for you кто рядом с тобой. To give a present to your neighbor. Я покаялся в 1992 году. Давно это было? 20 лет назад. Я жил в то время, I lived at the time, когда люди, они последнее отдавали, could give the last one they have, если надо, тому, if кто рядом. Necessary, to the someone who is close to them, who is next to them. Вот, например, спрошу вас. If I ask you, вот это специально его с собой взял. I took it specially with me. Это четвертый iPhone. This is iPhone, the fourth iPhone. Есть 4S. There is 4S. Это просто без S. And it's without S. Но мы смиряемся. But I humiliate myself. Вы когда-нибудь вот последние хотя бы 3 года. In the latest 3 years. Сколько как он появился? Or how long it appears? Уже годик есть, да? Maybe it is 1 year, about 1 year. Да, где-то так, вот тут. 1 year or 1.5 years. This one appeared. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то? Я не говорю сейчас за родителей. I'm not speaking about parents. Чтобы кто-то кому-то подарил. For someone give such kind of phone to his neighbor. Такую 1000 за 6. For 6,000. Вот Серега хочет, чтобы я ему подарил. My son wants me to give it to him. Ну слышали или нет? Have you heard about this? У меня вопрос. I have a question. Почему мы не слышим? Why? We can't do it. А, нет у самих, да? We don't have it ourselves. Я могу рассказать, у кого есть. I can tell you who has it. У Артема Скороходов. Артем Скороход has it. Я шучу, конечно, это не обязательно он должен подарить. It doesn't mean that he must. О чем я говорю? What do you mean? Когда все, что у нас есть, when everything that we have, это дар от Бога, это его благодать. This is his grace. Да нет проблем вообще с этим оставаться. To give it as a present to someone. Нет проблем никаких. There is no problem with it. Потому что это дар Божий. Because this is a gift of the Lord. Поэтому Павел говорит. That's why Paul said. Хвалящийся. He who boasts. Если ты хвалишься чем-то. If you boast of something. Хвались Богом. Boast. Слава Богу. Praise the Lord. За семью. For the family. Слава Богу. Praise the Lord. За друзей. For friends. Слава Богу. Praise God. За церковь. For the church. Слава Богу. Praise за Божье слово. For the word of God. Слава Богу. Praise the Lord. За проповедь сегодняшнюю. For the preaching. Слава Богу за то, что мы можем собраться вместе. Слава Богу за то, что будет завтра. Слава Богу за каждую ложку еды. Все, что есть у нас. Это слава Божья. Это все пришло от Него. Это все от Него пришло. Аминь. Amen. Когда в вашу жизнь что-то приходит, when something comes into your life, никогда не превозносите дар над даятелем. Never exalt the gift. Объясню. Upper than giver, higher than giver. Снова за это ты. Again, хорошо. I want to explain you and take my phone. Вот если я сейчас кому-то подарю. If I give it to someone like a present right now. Что думаете, не смогу? You think that I can't do it? Я вам даже один раз Сережин компьютер подарил, пока он в школе. Once when my child was at school, I gave as a present his computer to another one. Если я сейчас кому-то подарю. If I give this phone to someone. Вот представь. Just imagine. Сейчас я тебе его дарю. Now I give it to you. Вопрос. A question is. Ты будешь радоваться. Will you rejoice? Этому подарку. To this gift. Или ты будешь радоваться даятелю, который дал тебе этот подарок? Не мне, а Богу. Not to me, but to ты будешь радоваться больше о Боге или о подарке? More about God or more about the present? Почему я задаю этот вопрос? Why am I asking this question? Потому что именно в этом because here
проблема человека. И the problem of мы man. Даже в благословениях in превозносим the, не Бог. In the blessing we exalt not God. Я уже не говорю за проблемы. I'm not speaking about the problems. Послушайте, но мы можем хвалиться Богом. Аллилуйя. Благословили чем-то. If хвала Богу. Something. Украли что-то. Хвала Богу. Glory be to God. Аллилуйя. Меньше забот. We have less problems. Аминь. Amen. Я вот, например, от этого айфона подустал, честно говоря. Каждый день заряжать. Every day have to... Я привык пользоваться, там дней 5 держит батарею. Сережа, я тебе его все равно не подарю, не смотри. My son, I will give it to you. Don't look at me. Послушайте. Look here. Бог Lord хочет wants взять тебя. To take you. Использовать тебя. And use you. И он хочет благословить тебя. And he wants to bless you. И он точно знает. And he knows for sure. Он точно хочет знать. He wants to know for sure. Что ты никогда не превознесешь себя. That you will never exalt. Ты никогда не превознесешь yes. подарки. You will not exalt your presents. Если ты никогда не будешь их превозносить, у тебя их будет больше. Exalt your presence, you will have more of them. Бог даст тебе самую лучшую God работу will give в мире. You the best job in the world. Если он будет знать, if he knows, что эта работа, that this job, она будет служить не только will serve твоему кошельку, not to your pocket, она будет служить but Богу. It will serve to God also. Аминь. 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 Итак, so, давайте оставаться let's continue to be маленькими в своих глазах. Little in our own sight. Как мы остаемся маленькими? How can we stay little in our own когда sight? Мы во всем превозносим Бога. When we exalt our God in everything. Когда мы во всем воздаем хвалу Богу. When we give praise to him in every situation. Все, что у нас есть. Everything чтобы это have, не было, даже бумажки. Even a paper, даже ручка, которую мне купила мама. That my mother gave to me. Слава Богу за маму. Glory be to God for mother. Слава Богу. Glory be to God. Слава Богу. Glory be to God. Это должно быть нашим самым любимым словосочетанием. Our best phrase. Хвала Богу. Glory to God. Брат, а как у тебя дела? Слава Brother, how Иисусу. Are you? Praise Jesus. О, Лянь, у тебя такой костюм wow, крутой. So wonderful, и ты говоришь, да хвала Господу, says, если бы не Господь, у меня God, не было этого костюма. Вау, у тебя такая семья. Wow, so да если бы не Господь, у меня не было God, такой семьи. Вау, у тебя такая wow, дочь. So да если бы не Господь, не было бы такой дочери. Все, что есть у нас. И все, что мы когда-либо будем из себя and представлять, мы хвалим Бога. All, и таким образом way, мы остаемся маленькими, little, маленькими little в своих глазах. Аминь. Аминь. Это правильное положение перед Богом, чтобы Бог мог дать тебе свою благодать, his grace, мог дать тебе мудрость, can give you wisdom, мог дать тебе силы, can give you strength, мог дать тебе все необходимые ресурсы, can give you all necessary resources, чтобы ты закончил учиться, for you to finish your studying, чтобы та судьба, которая есть and the destiny для тебя, he has for you, она состоялась. It comes true. Аминь. Аминь. Amen. Давайте склоним свои головы. Отец, во имя Иисуса. Father, in Jesus name. Во имя Иисуса Христа. In Jesus name. Благодарим Тебя. We are grateful to you. За Твое живое слово. For your living word. За Твою милость к нам. For your mercy to us. За Твою благодать, явленную нам во Христе Иисусе. Хвала Тебе, Господь. Glory be to you, Lord. За Твое спасение. For your salvation. За прощение грехов. For the forgiveness of sins. Господь, помоги нам Lord, help us. Всегда оставаться маленькими в своих глазах. Continue to be little in our own sight.
Помоги нам всегда хвалиться Тобой. Твое слово говорит, никогда ты не отдашь своей славы никому. Поэтому написано, хвалящийся хвались Господа. Господь, помоги нам во всем превозносить Тебя. Во всем обращать на Тебя свое внимание. За все благодарить Тебя. И оставаться смиренным. Оставаться маленьким. В своих глазах. И Ты обещал, что Твоя благодать, Твоя милость будет увеличиваться к нам. Когда мы остаемся смиренными, это не означает, что мы начинаем как-то по-другому себя вести, мы остаемся нормальными людьми. But we stay the same people. Мы остаемся такими же, какие есть. We stay the people as we are. Но есть что-то, что скрыто от глаз других людей. But there is something that is hidden from the eyes of different people. Это наше внутреннее состояние. It's our inner condition. Это то, как мы смотрим на себя. This is the way we look at ourselves. Как мы воспринимаем себя. How do we receive ourselves? Дорогой Иисус. Dear Jesus. Дорогой Иисус, Dear Jesus, я молюсь, I pray, пусть Твое Слово проникнет в наши сердца намного глубже, чем это было раньше. Пусть Твое Слово затронет самые сокровенные уголки сердца и души. Touch every corner of our heart and soul. Помоги нам. Help us. И тогда в этом мире, and then in this world, в этом безбожном мире, in this godless world, где бы мы ни работали, wherever we will, рядом с кем бы ни жили, whomever we live with, где бы мы ни находились, wherever we are, где бы мы ни служили Тебе, wherever we serve you, мы будем Твоими сосудами. We are gonna be your vessels. Мы будем Божьими людьми. Мы будем Божьими людьми с большой буквы. Твое помазание будет на нас. Твоя рука, Твой Дух Святой будет на нас. Потому что мы остаемся маленькими в своих глазах. И когда это так, мы становимся большими в Твоих глазах. Когда мы становимся большими в наших глазах, мы становимся маленькими в Твоих. Господь, мы отрекаемся от гордости. И мы становимся в позицию смирения пред Тобою. И мы продолжаем радоваться, продолжаем торжествовать Твою победу, продолжаем поклоняться Тебе, продолжаем служить Тебе, продолжаем воздавать хвалу Тебе, продолжаем любить Тебя. Аллилуйя! Давайте все вместе еще прославим Иисуса. Аминь.